يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3. Продолжаем нашу тему, посвященную проповеди посланника Аллаха о месяце Рамазан. На прошлой передаче мы именно закончили тему о том, что какие желательные действия совершать в этот месяц. И мы перечислили всего лишь несколько, так как наша передача ограничена. Мы сказали, что желательными действиями является в этот месяц чтение Корана, помощь бедным. И хотелось бы именно с этого момента продолжить данную тему. У нас снова в гостях уважаемый шейх Ходжат Алислам Аль-Мусмин, брат Курбан. Салам алейкум, уважаемый шейх Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллах. Возможно было бы именно продолжить с того момента, где идет речь о помощи бедным. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи ррахмани ррахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Мы говорили о том, что его светлость призывал в этот месяц совершать благотворительность в отношении бедных и обездоленных. Я немножко отступлюсь, и есть один важный момент, на мой взгляд, который немножко играет негативную роль в нашей жизни и в нашей религии. Так как садака, благотворительность, она изначально, из возникновения ислама, была деянием, к которому всегда призывал ислам. И религиозные деятели, религиозные лидеры мусульманские, начиная с самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и продолжая другими религиозными деятелями, в частности, имамами из непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, призывали к совершению благотворительности. Но, как правило, как и выйдем мы из этого предложения, «тасаддаку аля фукараикум ва масакиникум», то есть совершайте благотворительность в отношении бедняков и обездоленных. Не сказано просто «тасаддаку», не сказано просто «совершайте благотворительность». Но сейчас очень распространенным, к величайшему сожалению, стало обратное, когда люди совершают благотворительность, но не в отношении бедняков и обездоленных. Например, устраиваются очень часто вечера, в частности, в месяц Рамадан, когда собираются за столом, приглашаются к столу люди, которые именно не являются бедными. Не являются обездоленными бедными. Это немножко искажение именно тасаддаку. Я бы сказал, даже тут в намерении у человека есть проблемы, которые совершают такие поступки. Ну, не будем заглядывать так далеко, но в любом случае само это деяние, конечно же, может быть и неплохим, но если человек наряду с этим и помогает обездоленным и бедным. Но если нет, он не помогает обездоленным и бедным, именно вот таким образом проявляет свою благотворительность, это, конечно же, не то, к чему призывает ислам, это не то, к чему призывает, в частности, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И с этой точки зрения, мне кажется, нужно исправлять это деяние и направлять благотворительность в нужное русло, а именно в сторону обездоленных, в сторону бедных. Да, даже если не обратить внимание на слова посланника Аллаха, когда мы говорим благотворительность, уже становится ясно, что именно речь идет о бедных людях, которые нуждаются в этом. Да, конечно же, абсолютно верно. Мы на прошлой нашей встрече говорили о том, что садака, благотворительность, это то, что принимается именно Богом. То есть именно так и говорится, я худу, не сказано я кабалю,
сказано «якбалу тоба», то есть принимает Бог покаяние. И не сказано «якбалу садакат». Сказано «якбалу яхузу садакат». То есть берет именно, берет вашу благотворительность. Это говорит о том, что человек, совершая благотворительность, отдает Богу деньги, отдает свое имущество Богу. А все, что оказывается у Бога, все, что человек отдает на пути Бога, отдает самому Богу, все это остается за человеком вечно. И приобретает он взамен на это намного больше, в сотни и даже, может быть, тысячи раз большим. То есть он возвращает это в тысячекратном размере, в стократном размере. В отличие от тех имуществ, тех денег, которые он тратит на себя и на своих близких. То есть, как обычно, мы рассматриваем трату. Если мы увидим благотворительность, ну, мы иногда по халатности, по невнимательности можем посчитать, что эти деньги, те, которые мы потратили не на себя, отдали другому. А когда мы покупаем себе еду, тратим на еду, где-то дорогую, где-то нет, не очень, или же покупаем какие-то предметы роскоши, или же те вещи, которые не являются вещами первой необходимости. Мы, как правило, рассматриваем это как трату на самого себя. Хотя, если быть более внимательным и честным с самим собой, и понимать учение священного Корана, понимать учение ислама, то нужно будет именно воспринимать иначе. Правильнее будет воспринимать все совсем иначе, в обратную сторону. То есть то, что мы тратим на себя, как раз таки является тем, что мы потратили, потому что мы тратим-то не совсем на себя. Ну, я не буду немножко в эту тему углубляться, здесь можно разъяснять и углубиться, и многое разъяснить, но я хочу очень коротко сказать о том, что когда мы обслуживаем тело сверх меры, когда мы питаемся в той мере, чтобы поддерживать свой организм в нужном тонусе, придать ей нужную энергию, чтобы действовать, чтобы жизнь не остановилась, это, конечно же, необходимо. Без этого человек никуда деться не может. Но порой мы сверх этого, то есть обслуживаем свое тело сверх этого, но при этом тело нами самими не является. Тело является, представьте себе, неким инструментом, который дан нам на время. Со смертью этот инструмент отнимается, и даже те выражения, которые используются в священном Коране в отношении смерти, они имеют значение «забрать». То есть, когда Бог говорит: «Мы вас убьем», то есть отнимем у вас жизнь, Бог говорит: «Мы вас заберем». Это что означает? Это означает, что тело не является нами самими. Тело является неким инструментом, а мы сами есть нечто другое, что Бог забирает, когда отделяет нас самих от нашего тела. И поэтому служение, обслуживание нашего тела, ухаживание за ним не является ухаживанием за нами самими. Тело хочет хорошо питаться, много спать, много отдыхать, лежать подолгу на диване, смотреть бесполезные вещи. Тело этого хочет. Но когда мы сидим и раскидываем мозгами, что нам нужно делать и нужно ли нам такой образ жизни вести, мы, конечно же, сами мы прекрасно понимаем, что мы должны прикладывать усилия для других вещей. Ну, представьте себе человека, который учится в институте. Когда он понимает, что ему нужно учиться, а тело требует сна, сверх меры. Хочет много спать, не хочет учиться. Здесь есть конфликт между человеком и тем инструментом, которым он пользуется. То есть тело требует одного, а он сам другое требует. Если он поддастся в данном случае своему телу, требованию этого инструмента, то, конечно же, он откажется от самого себя. И поэтому, когда человек совершает благотворительность, он обслуживает самого себя, потому что это
благотворительность, это имущество оказывается в руках Бога, который возвращает ему в стократном, в тысячекратном размере, и когда возвращает, это имущество остается у него навсегда, становится его имуществом, а не как то имущество, которое мы имеем в этом мире и на самом деле не является нашим имуществом, разве что формально. Ну, об этом мы говорили ранее, что значит формальное владение. Совершенно верно. Поэтому нужно рассматривать эту ситуацию совсем иначе. То, что мы тратим на себя, на самом деле мы теряем, а то, что мы тратим на других, помогаем другим, обретаем. Мы как раз-таки обретаем и оставляем за собой навечно. И это на самом деле удивительная сторона человеческой жизни, когда он все воспринимает и видит в обратную сторону, когда он видит все иначе. В зеркальном отражении как бы. Да, видит как будто в зеркальном отражении. То, что тратит на себя, это его радует, а когда он помогает другим, он огорчается, как будто что-то потерял очень ценное. Хотя наоборот, на самом деле. Хотя абсолютно наоборот. И даже более того, когда он помогает другим, он делает это с огромным усилием. А когда тратит на себя, он делает это очень легко и просто, и каких-то трудностей, каких-то не задумываясь об этом. Сомнений, да, не задумываясь, сомнений не испытывая никаких. Это удивительное проявление нашей земной жизни и человеческой природы. Хотя все на самом деле наоборот. И это очень ярко прослеживается из аятов Священного Корана, из преданий. Например, если мы обратимся к Священному Корану, обратите внимание, это сура 64, 17 аят. «Ин тукридуллаха кардан хасана юдаифху лякум ва ягфир лякум». Если вы дадите Богу в долг, то Он увеличит это и простит вам ваши грехи, и простит вас. То есть, как мы видим, то, что мы даем Богу, ну, имеется, естественно, в виду, Бог-то не нуждается в средствах. Его рабам тоже имеется в виду. Естественно, когда и речь идет именно о долге Богу, как мы уже сказали, потому что сказано в другом аяте, «Яхуду садакат», он берет эти деньги. Имеется в виду именно благотворительность в отношении бедных, обратите внимание, и обездоленных, а не в отношении богатых друзей, которые не нуждаются ни в коем случае в этой благотворительности, какой-то нужды не испытывают. Уважаемый шейх Гурбан, мы должны прерваться на небольшую паузу, после которой продолжим. Уважаемые телезрители, не отходите далеко от экранов, после небольшой паузы мы продолжим. Я муджиб ад-дауати, я рафи' ад-даражати, я вали аль-хасанати, я кабил ат-таубати. Я муджиб ад-дауати, я рафи' ад-даражати, я вали аль-хасанати. Уважаемые братья и сестры, мы прерывались на небольшую паузу, до которой говорили о пользе благотворительности. Уважаемый шейх Гурбан, можем продолжить с этого момента. Да, мы говорили о том, что его светлость перечисляет ряд деяний праведных, благих деяний, которые приносят человеку в этот месяц, в месяц Рамадан, огромную пользу. И эти деяния являются одними из самых лучших деяний. В числе первых из этих деяний было садака, то есть благотворительность. Его светлость говорил: «Ватасаддаку аля фукараикум ва масакиникум». Совершайте благотворительность в отношении своих бедных и обездоленных. И далее его светлость продолжает: «Ваваккиру кибарикум». Проявляйте уважение к вашим старшим. «Вархаму сигарикум». Эти деяния, то есть проявляйте уважение к вашим старшим и милосердие к вашим младшим. То есть это одно из важнейших элементов человеческой жизни, человеческой культуры, когда человек к старшим проявляет уважение, а к младшим
которые являются слабее и нуждаются в старших, проявляет милосердие. Это нужно опять-таки соблюдать. Василу архамякум, и поддерживайте родственные связи. Тоже одно из важнейших благих и праведных деяний, которые человек обязан совершать в своей жизни. Поддержание родственных связей, чтобы родственные связи не обрывались, чтобы... Это по этому поводу даже очень много хадисов о том, что нельзя прерывать даже родственные связи. Да, это деяния, как я уже сказал, важнейшие праведные деяния. И естественно, то есть вполне логично ожидать от его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он будет призывать своих последователей, верующих, совершать эти деяния, именно эти деяния в этот месяц. وَحْفَزُ أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّ أَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاءُ إِلَيْهِ أَسْمَاءُكُمْ وَتْحَنَّنُ عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ. И воздерживайте свои языки. То есть... Не стоит говорить не только в этот месяц, но и во все остальные месяцы, но и в первую очередь, тем более в этот священный месяц. Не стоит говорить все, что в голову придет человеку. Нужно воздерживать свой язык. От пустословия. От пустословия, конечно же. Но более важнее воздерживать от злословия. О том, чтобы обсуждать других людей за их спиной. Или же от оскорблений. От сквернословия и так далее. Но самым, конечно, из всего этого является самым страшным и самым тяжелым в данном случае является именно злословие, когда человек за спиной кого-то обсуждает его и говорит о нем нелицеприятные вещи. Помимо того, что это грех, так в этот месяц этот грех еще тяжелее для человека. Конечно же, абсолютно верно. По этому поводу имеются и предания имеются, и аяты имеются по этому поводу о том, насколько тяжелым является данный грех. Ну, например, если мы обратимся к 49-й суре, 12-му аяту. «Я айюхалладина аману, ичтанибу кафиран мина зан, инна ба'да занни исмун». «О верующие, воздерживайтесь от предположений». Иногда мы о других людях, к сожалению, говорим те вещи, которые не являются для нас доказанными. Иногда мы хотим, чтобы кто-то имел какие-то недостатки, кто-то на чем-то споткнулся. Это бывает из-за зависти или из-за других причин? Неважно, из каких-то множества причин, может быть, зависть, неприязнь и так далее, и тому подобное. Личная неприязнь. Испорченная. Чьи-то глаза не понравились, чья-то улыбка не понравилась, кто-то не так посмотрел на нас и так далее и тому подобное. И это желание приводит нас к тому, что когда человек дает нам хотя бы малейший повод предположить о нем что-либо плохое, мы не гнушаемся этой возможностью и тут же предполагаем, что этот недостаток у него имеется. Вне зависимости от того, насколько доказанным, насколько подтвержденным это предположение является. И Всевышний в этом аяте, в 12-м аяте 49-й суры, призывает верующих от предположений. И говорится, «Ичтанибу кесирам миназан», «Избегайте многого из предположений». «Инна ба'да занны исму», «Воистину, некоторые предположения являются грехом», то есть само предположение уже является грехом. «Валя таджассасу», и не шпионьте, не преследуйте других, не следите за ними, не послушивайте то, что они у себя говорят, не подсматривайте, что они там делают, то есть не шпионьте за другими. Но тот момент, на который... Несите недостатки беспомощно. Да, то есть это имеется в виду, что не стоит пытаться найти у человека какие-то недостатки. Кстати, недавно по этому поводу видел ролик, который мусульмане сняли, о том, как один мусульманин поднимает мусор, чтобы было чисто его, около его дома, и мусор в виде бутылки от алкогольных напитков. Когда он поднял, чтобы выкинуть эту бутылку, со стороны другие мусульмане увидели этот момент и
начали считать, что он сам употребляет этот алкоголь, начали снимать на камеру, выкладывать в интернет и так далее. Хотя на самом деле его намерение было совсем другим. Да, таких моментов на самом деле в жизни. Это может быть очень яркий такой момент, отчетливый. Как бы попытались продемонстрировать, но в жизни происходят более яркие, более те моменты, которые мы порой можем до конца жизни не считать, что это было беспочвенным предположением. В любом случае нужно, как говорится во многих преданиях, если вы видите у верующего какой-то недостаток, и до тех пор, пока у вас есть оправдание для него, вы должны его оправдывать. И только тогда, когда уже у вас иссякнут, уже не будет никакой возможности оправдать его. Как в данном случае, например, человек, здесь можно было бы найти оправдание, предположить, что он просто убирает мусор, или же хочет таким образом заработать, или еще что-то, или... Много предположений можно сделать в данном случае. И пока эти предположения есть, не дозволено, не разрешается верующему приписывать другому именно греховные деяния, помимо ошибки, приписывания, недостатки. Помимо еще разглашают об этом. Ну и тем более. Тем более, это уже подпадает под ту категорию, которую мы хотели в данном случае озвучить, и которая, согласно преданию и многим священным текстам, является страшнейшим деянием. Как мы видим, в аяте говорится именно, что это является грехом, исм, то есть именно да, нет, я знаю, но к тому, что чуть позже тот момент, который... Смотрите. «Вала яхтаб ба'адукум ба'дан». И пусть не злословят некоторые из вас о других. То есть это тут как раз о распространении. Одно дело предполагать плохое, а еще хуже, намного хуже злословить, распространять о нем плохие вещи, нелицеприятные, распространять недостатки человека, даже если он этими недостатками обладает. Понимаете? То есть злословие — это не только распространение беспочвенных каких-то предположений. Под злословие подпадают также и те вещи, которыми, те недостатки, распространение недостатков и ошибок, которыми на самом деле человек обладает. То есть это тоже подпадает под... То есть если мы знаем, что человек какой-либо из мусульман совершил грех, то у нас нет права об этом грехе распространять и разговаривать. Вне всякого сомнения. Это даже запрещено не потому, что это злословие. Обратите внимание, распространяться о грехе даже нельзя, о собственном грехе. Некоторые люди, мы наблюдаем, что говорят, я это сделал, то сделал, распространяются, но забывают о том, что это тоже является грехом. То есть распространение собственных грехов, собственных ошибок также запрещено, потому что он принижает собственное достоинство, собственную личность, не говоря уже о том, чтобы распространять чужие грехи, которые распространение, которое также подпадает под категорию злословия. Еще хотелось бы сказать на момент, что в начале хутбы вы говорили о том, именно, что помимо того, что Аллах прощает наши грехи, он еще пытается их скрыть от других. Абсолютно. Гуфран. Да. Магфира. Абсолютно верно. То есть магфира — это не только прощение, но и сокрытие этих грехов. Абсолютно верно. Но я хочу обратить внимание, чему уподобляет Всевышний, чему уподобляет, и даже не уподобляет, здесь правильнее использовать другое выражение, как он описывает именно злословие, чем является злословие на самом деле. «Айюхиббу ахадукум ан якуля лахма ахихи майтан». Разве кто-то из вас любит кушать мясо мертвого брата? Факарихтумуху. Конечно же, вам это не нравится. Насколько это неприятно? Это неприятно. Я хочу сказать, что когда после гайба, то есть Всевышний говорит, «Вала яртаб ба'дукум ба'дан», «Не злословьте, пусть не злословят некоторые из вас, а других». О некоторых других. И потом говорит, «Айюхиббу ахадукум ан якуля лахма ахихи майтан». Разве кто-то из вас любит кушать мертвое мясо своего мертвого брата? Мертвеца, который является его братом. Что здесь Бог хочет сказать? Он хочет разъяснить нам истинную суть злословия. Злословие является именно этим деянием. Когда человек кушает
мертвечину. То есть злословие есть поедание мертвечины. Мы в этом мире, конечно же, не разбираем, не понимаем этого, не наблюдаем этого. Потому что многие деяния свою истинную суть в этом мире скрывают от нас. То есть истинная суть деяний в этом мире скрыта от нас. Но это не значит, что это всегда будет так. Наступит время, когда истинная суть деяния раскроется перед нами, а истинной сутью. Я именно поэтому сказал, что неправильно здесь использовать уподобление. Бог не уподобляет, он не говорит «кя». Он не использует «мисль», «кя». Он эти слова не использует, он говорит «айюхиббу ахадукум айякуля лахма ахиихи мейтан». То есть он не сравнивает, он говорит, он не сравнивает, он говорит, это и есть поедание мертвечины. Злословие есть поедание мертвечины. Кто из вас захочет этого? Но почему мы, конечно же, испытываем отвращение к поеданию мертвечины, но не испытываем удовольствие от злословия? Почему? Потому что мы не видим истинную суть вещей. И Бог доносит до нас, что это есть истинная суть явления. Как, например, ростовщичество. Ростовщичество может казаться нам очень хорошим деянием, но чем оно обернется на самом деле? Какой страшной бедой обернется, когда истинная суть деяний проявит себя и раскроется перед нами. Уважаемый шейх Курбан, к сожалению, наша передача подошла к концу, поэтому я вынужден с вами попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, на этом мы с вами прощаемся. Иншаллах, на следующих передачах мы продолжим обсуждать проповедь посланника Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Я муджиб ад-даавати, я рафи'а ад-даражати, я валия аль-хасанати. قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا